приветствую вас. Только что мой суд по депортации перенесли до 5 февраля. Почему до 5? Потому что они очень боятся, чтобы больше людей не вышли на 4 февраля. Но я думаю, что мы должны выйти. Мы должны выйти по многим причинам. Они проигнорировали наши требования по законам. Они очень плохо себя повели. Знаете, я 9 лет был президентом и ни разу не был ни на Сейшельских, ни на Мальдивских островах. А тут у нас есть Петр Мальдивский, Юра Сейшельский, которые просто открыто издеваются народом, в разгар войны выезжают, а помимо этого, конечно, выезжают на награбленные у народа деньги. Я это говорю с полной ответственностью, что бы они со мной ни делали, как бы они со мной ни обошлись. Я думаю, что вы должны выйти не из-за Саакашвили или из-за других людей, вы должны выйти из-за себя, из-за того, чтобы у нас поменялась жизнь, из-за того, чтобы мы добились того, чтобы наконец-то и этот президент, который полностью не оправдал, абсолютно не оправдал доверие народа, и он ушел в отставку, и вся эта комарилия, которая просто издевается над нами, они тоже ушли в отставку. Мы будем достроены очень серьезно, и на этот раз они вынуждены будут пойти народу навстречу. Я в этом абсолютно уверен. Но мы должны встать вместе, и нас должно быть много. 4-го, 12 часов дня, встречаемся у парка Шевченко, памятника Шевченко. Идем на Майдан, идем для того, чтобы побеждать. До встречи.